Талак ас-сулясий, тройной талак, так скажем, когда человек дает жене талак, 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 или три талака тебе. По этому вопросу часто приходят даже прихожане в мечеть и спрашивают. То есть один это, можно так сказать, один из основных вопросов, так скажем, прихожан. Потому что, во-первых, это не есть хорошо. Почему? Потому что мужчина, он должен, как бы, альхамдулиллях, быть терпеливым. Женщина тоже должна быть терпеливым. Чуть-чуть, получается, на сегодняшний день сабра мало у людей, и сразу маленькое взаимопонимание, три талака тебе. Три талака тебе, потом он через 10 минут берется за голову, говорит, что я сказал, пойдем в мечеть. И приходит он, или жена, или сам стесняется прийти, жену отправляет, или друга отправляет, иди у имама, спроси, как и как. Там есть, да, где-то это считается за три талака, то считается, в некоторых, так скажем, государствах считают за тройной талак. Если яка, то есть три раза, если сказал, ему уже нет талак, антиталик саляс, или алейки талак саляс, ау талак, 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 то есть тройной тебе талак, или три талака тебе, или талак, талак, талак. Есть мнение, что это считается за три талака. Есть мнение, что это считается за три талака. Но есть мнение, что это не считается за три талака, а считается за один. Талак бидай. То есть, почему, то есть во время Умара ибн Хаттаба считали за один талак. Считалось, что это считается один талак. Теперь, отвечая на этот вопрос. То есть супруга, вот я так понял, жена говорит, я не придерживаюсь этого мнения. Но здесь вопрос не какого мнения придерживается жена, а какого мнения придерживается муж. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ат-талаку бияди раджуль» – «талак в руках мужчины». То есть муж дает талак жене, а не жена дает мужу талак. Это раз. Второе, хотелось бы разъяснить, то есть мнение, то что талак ас-сулясий, когда муж жене говорит три талака, то это считается за один. Талак бидай, то есть этот, вот этот талак сулясий считается за один, так как это было очень распространено, особенно дальше во время Умара ибн Хаттаба был этот талак распространен и считали за один. То же самое, когда, то есть опять же спросишь у него, скажи ля иляха илляллах, обычно кто-то говорит, он говорит, что такое ля иляха илляллах, он даже не понимает, что такое ля иляха илляллах, и произнести нормально не может, ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах, но зато талак он знает, может не молится, может намаз не читает, не знает, сколько раз в день нужно молиться, но три талака знает, другого не понимает, и думает, что если муж с женой хочет развестись, нужно обязательно три талака сказать, нет, если муж с женой там, дошло до того, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Абгаду л-халяли иля Аллахи ат-талак». Самое из ненавистных дозволенностей перед Всевышним – это талак. Но, однако, если он также шар'ан разрешен по шариату, значит, в этом тоже мудрость есть, хикма. Если дошло до этого, то есть это не те слова, когда во время ссоры нужно кричать «талак». А именно, если дошло до этого, то тогда, и он хочет развести, то он не должен говорить «талак, талак, талак» или «три талака». Он должен сказать один раз «анти-талак», «талак тебе», «развод» и все. Теперь вернемся к вопросу. Некоторые говорят, я хотел сказать, чтобы напугать ее, или я в шутку сказал, или еще что-то. Здесь делится талак на две части. Если кана каули сарих, ясное, четкое слово было, от которого невозможно понять ничего другого, кроме как развод, то даже если в шутку или человек сказал, чтобы напугать, все равно он считается за развод. Почему? Потому что саляты джидда гунна фигинна. Джид, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, три вещи, в этом нету игры. То есть нельзя этим словами играть. Одно из этих, что это талак, развод. Если слово было гайру сарих, скажем, не прямое, косвенное, под этим можно понять помимо развода что-то другое. Например, иди домой, возвращайся к маме. Все, давай, саляму алейкум, прощай. То есть здесь можно много что понять. Если он скажет, у меня не было нияты, у меня не было намерения разводиться, то это не считается за развод. Но если он даже сказал, возвращайся к маме, в этот момент у него было намерение развестись, то это считается развод. То есть, вкратце еще раз повторим. Если слово четко было сказано, под этим подразумевается именно развод и больше ничего, как ты разведена, я с тобой развелся в прошедшем времени. Таллактуки, с тобой развелся, не разведусь, а развелся, ты талак тебе и так далее, тут не имеет значения, было у тебя намерение пошутить, напугать, он считается за талак. Но если ты скажешь другое слово, например, под которым можно что-то другое понять, например, как возвращайся домой к маме и так далее, здесь нужно спросить, какое у тебя было намерение. Если было намерение на развод, то это считается разводом. Если не было намерения на развод, то не считается разводом.